Так, экскурсия закончилась. Сейчас мы пойдем на выставку машин. Машины все настоящие. Видеосъемку, фотосъемку можно вести, разрешили. Помчались. А, ждем всех. Так, ждем и пойдем. Проходим. Время на выставку не ограничено. Можем смотреть, фотографироваться и снимать. Что, отдохнем немножечко, посидим? Немножко отдохнем и пойдем посмотрим. Что тут явно по ценам? 70, 100, 200. Есть тут такой холодильник с водичкой. Цена баночки 300, 200, 200, 130. Марс, Сникерс по 100 рублей, Баунти, Твикс, M&M's, Skittles. Вот, в общем, цены видите. Milky Way 260 и 200 рублей за плитку шоколада. Печенюшки 100-110 рублей. Палочки, соломка с морской солью. Вот такие цены. Кофе есть. Ну и тут водичка есть. Холодильник запотел. Цены вам не могу сказать. Так. Ну, а мы заходим в автомузей города Сочи. За заграждение не заходим, машину вентиляции руками не трогать. Фотографировать можно, выход будет здесь. Хорошо, спасибо. Так. При входе справа тут магазин, одежда, вот такой эксклюзив. Допустим, вот такая маленькая машинка будет стоить 3000 рублей. Муж даже закашлял. Такая машинка будет стоить 6000. Что-то понравится, спрашивай. 5 и 5. Футболочки 8000, 10000 и 20000. Муж у меня в шоке. Так, вот такие вот машинки. 2,5, 3000, 4, 5 и по 2000. Кружечки по 350 рублей. Кепки 6000, 7000. Но это, конечно, уже все оригинал. Правда? Да. Это все оригинал. Вот это все оригинально. Если реплики, вон там у меня 1800, 2500. Хорошие кепки тоже посмотрите. Хорошо. Тоже сувенирка, магнитики, кружечки. Это все такое вот бюджетное. Есть от Ferrari оригинальная, а тут уже шапочки недорогие. Смотрите. РДС у нас новая коллекция на футболку. Кепки, конечно, вообще клевые. 1800, девочки. 2,5. Вот это вот вообще классно. А в чем стиль? Как косарь 800. 1800. Ну, здесь футболки. Тоже, конечно, все пошито. Все оригинал. По крайней мере, так нам сказал продавец. Но цены, конечно, зашкаливают. Вот такая вот машинка стоит, сами видите, 15 тысяч и 12 тысяч. Здесь книги, сланцы. 3,5. Тоже, кстати, классная. Расцветка просто супер. Так. Ну и тут у нас олимпиечки. Мне просто стало интересно цена на вот такую, допустим, олимпиечку. 2,5. В принципе, цена приемлемая. А все на костюм беру на соревнования 6000. Такие диски. Так, муж уже у меня пошел. Ну, а мы продвигаемся. Тут у нас вот такие вот, так скажем, плакаты с
гоночными машинами. Название машин, конечно, я не знаю, но в любом случае сделаю вам обзорчик. Ну и понеслось все самое интересное. Нас при входе в музей встречает вот такой из лего мужчинка, так назовем. Ну и погнали. Если название где-то я увижу, я буду вам говорить. Это просто что-то с чем-то. Красота неописуемая. Посмотрите, это просто шедевр. Смотрите, девчонки, вместе со мной. Подписываемся, не забываем. Советуем мой канал. Мне будет очень приятно. Пока все не засниму. Музей очень длинный. Саша там уже фотографируется. Сейчас я тоже. Вот такая машинка. Так, дочка у меня села на фотосъемку. Дочка у меня фотографируется вот с таким мужичушком. Муж ходит. Муж, пофотографируемся? Так, мы немножечко пофотографировались. Муж отказался. Я вот с таким дядькой пофотографировалась. Вот у такой шикарнейшей машины. Здесь написано объявление. Большая просьба, за ограждение не заходить. Экспонаты руками не трогать. Ладно, мы пофотографировались. Вот на такую красоту мы сегодня пошли. О чем я не пожалела. У меня сердце трепещет от радости. Я это увидела собственными глазами. Вот такие касочки. Дальше нас встречает вот еще одна красота. Вот такая вот машина. Так, тут вот еще такой коридор. Вот с такими манекенами. Сейчас, девочки, сфотографируемся. Так, я немножечко пофотографировалась. Погнали дальше. Далее у нас вот такая вот красота, лепота. Сейчас по кругу я пройду, вам все засниму. Так, потрогать охота, конечно. Машинки все блестят, все начищенные. На фоне вот этой красоты, так как в следующем, позаследующем году все, мы в Сочи уже не собираемся, потому что мы тут были уже несколько раз, и уже, конечно, неохота возвращаться на одно и то же место. Красота. Ну, сейчас поближе посмотрим салон. Салон, конечно, кожаный. Цвет благородный. Цвет слоновой кости. Так, и вот у нас еще машинки. Ох, тоже цвет хороший, такой спокойный. Красота, красота. Так, ну мы продвигаемся дальше. В музее, в принципе, народу немного. Тут машинки. Тоже, видимо, все эксклюзив. Наверное, повторов нету. Так, ну а дальше у нас дядьки уже в зеленом. Вот такая вот машина. Так, сейчас тоже сделаю видеосъемку для себя. Так, видеосъемку от Юлии Викторовны. Вот такая красотулечка. Так. На память, девоньки, пусть остается. Сейчас фото.
Мы отправляемся дальше. Так. Так. Тут нас встречает вот такой джипарик. Такая машина. Огонь. Вот на такой машине только по горам. Так, покажу я поближе. Немного дорога. Покрытие, оно такое гладкое, гладкое. Ну, мы продолжаем свой путь к вашему обозрению. Вот такая вот пожарная машина. Она такая интересная. Сейчас поближе, поближе, девочки, мальчики. Обязательно подписываемся, советуем мой канал. Я для вас очень стараюсь. Мы идем к цели 1000 подписчиков. Так, что же у нас тут? А тут у нас еще одна пожарная машинка. Ну а дальше вашему вниманию. Народу немного. Музей, конечно, очень хороший. Дальше. Это еще не конец, еще прошла половину. Так, здесь буду потихонечку вести съемочку. Здесь вот тоже фотографируется, но это за отдельную плату. Сейчас мы посмотрим, как это все происходит. Вот интересно, сколько они отдали за это удовольствие. Но по возможности попробую спросить. Вот так это все происходит. Получится присесть на корточки по центру машины, одно колено в пол и поближе. Фотограф. Ну, конечно, хороший деньги они на этом делают. Но, в принципе, оно того и стоит. В чем дело? Но дети почему-то не знают, где козырек у бейсболки. Федь, сбоку так, за козырёчек. Скажите, сколько удовольствия такое стоит? Да вы что, как бы, в принципе, даже 500 рублей одна? Да. 500 рублей один кадр. Выберу. Я спрошу у мужа, если он согласится, то мы попробуем тоже. Внимание. Муж, к сожалению, отказался. Стоит 500 рублей кадр. Начинают они работать от двух кадров. То есть, в принципе, можно заказать было 4 кадра и 2 кадра просто выкупить. 1000 рублей. Так, я вот дочь свою потеряла. Она там идет дальше. Ладно. Я потихонечку иду.
Не знаю, почему муж отказался. В принципе, это такая красота, это на всю жизнь, на всю память, на долгую память. А вот тут. По правую сторону у нас встречаются новые машинки. Все они настоящие. Ну вот и все. Это конец. В эту сторону сейчас придемся. Молодой человек, здравствуйте. Это манекен. У такого манекена я фотографировалась. Давай вот. Так, тут по телевизору. Вот видите, даже так бывает. Такая скорость, это, конечно. Все, заключение. Очень-очень мне понравилось. Кто сейчас отдыхает в Сочи, милости прошу на такую выставку. Вы не пожалеете. Увидите все своими глазами, пофотографируетесь. И все-таки какая-то память у вас останется, что вы были, что-то видели. Милости прошу. Хоть я вам обзор сделала, но увидеть своими глазами это стоит многого. На этом все. Заканчивается наша выставка автомобилей. Хочу я сказать, я не пожалела, заплатив эту 1000 рублей за себя и 1000 рублей за мужа. Мужу все очень понравилось. И мне тоже очень-очень сильно понравилось. Выставка, конечно, была просто шикарна. Всех люблю. Всем пока-пока.